Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал «Посылка из Китая». И сегодня мы проведем тест зарядки и разрядки аккумулятора KHP, который прослужил у меня уже 4 месяца и умер. Да, именно так. По истечении 4 месяцев пользоваться телефоном с этим аккумулятором стало просто невозможно. То есть телефон вырубается на уровне заряда примерно 70%, когда я запускаю какие-то тяжелые приложения. То есть очевидно, что напряжение на аккумуляторе просаживается, и телефон уходит в ребут. Сейчас у меня телефон полностью выключен. Я подключу его к зарядному через USB-тестер и посмотрим, сколько мАч зальется в телефон от 0 до 100%. Момент окончания заряда будем отслеживать по упавшему зарядному току. Здесь я решил переключить зарядное с пауэрбанка на обычный адаптер. И в итоге вот зарядка закончилась. Ток заряда упал до 0,26 ампер. И всего в аккумулятор залилось порядка 150 мАч. Всего лишь 150 мАч. Это вообще кошмар. Давайте зайдем в battery тест, посмотрим. Здесь у нас состояние батареи идеальное. И так как будто она прям новая. 1800 мАч показывает нам battery тест. Под полной лажи. Также зайдем в настройки аккумулятора. И здесь мы видим, что с аккумулятором KHP нет статистики расхода батареи по приложениям. С аккумулятором Nohan, который я уже поставил и проверил это, статистика есть. Теперь проведем тест разряда, стандартный YouTube тест. Запустим ролик с YouTube, горение камина, яркость экрана на максимум, звук на максимум. Посмотрим, сколько продержится телефон в таком режиме. Прошло всего лишь 16 минут, и телефон перезагрузился. То есть результат отвратительный. Аккумулятор полностью мертв и требует замены. Поэтому не рекомендую покупать вам аккумулятор KHP, если вам нужен новый аккумулятор для iPhone. Я сейчас себе уже заказал и поставил, и протестировал аккумулятор Nohan. Полностью им доволен. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Также, если мое видео оказалось вам полезным и понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, какой аккумулятор используете вы и сколько он у вас проработал. Можете также сделать такой же тест, как я провел сегодня, и написать свои результаты. Будет интересно почитать, и остальным тоже будет полезно знать. На этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.